В Армавире скоро появится еще один красивый уголок. Завершаются работы по созданию входной группы в зону отдыха возле водохранилища с улицы Тенистой. Реконструкция началась 9 июня, и совсем скоро горожане смогут гулять по новым дорожкам. Мы сосредоточили же максимальные силы, максимальное количество людей, максимальная техника, максимальное количество материала. И планируем уже, наверное, к началу следующей недели завершить благоустройство улицы Тенистой. Улица стала намного шире, и теперь здесь удобно будет передвигаться не только на автомобиле, но и пешком. Благоустройство второй входной группы в зону отдыха – это финальный этап реконструкции территории водохранилища в этом году. Оставляем 5-метровую зеленую зону. На ней планируется посадить аллею красивых деревьев. За ней будет тротуар шириной 4,40. Будет 2-метровая еще одна зеленая зона и второй тротуар 4,40. Как бы эта развязка позволит людям спокойно проходить, когда будут, не мешая друг другу, когда здесь будут проходить массовые мероприятия. Аллею украсят молодые деревья и другие зеленые насаждения. Улица Тенистая по-прежнему будет соответствовать своему названию. А удобные дорожки сделают ее еще красивее. В качестве покрытия у нас используется тротуарная плитка с тем рисунком, который у нас уже как бы хорошо знаком горожанам. Вот в прошлом году мы начали, согласно проекту, оформлять его в одном стиле, вот которая у нас рисунок и дорожка вдоль водохранилища. Также мы выходим и на улицу Тенистую. Также мы закольцовываем велодорожку тоже через весь парк. Строители работают в ускоренном темпе, чтобы побыстрее завершить реконструкцию. В этом году в планы вмешался коронавирус, который помешал подрядчикам. Но результаты их усилий должны понравиться армавирцам. Я думаю, жители уже оценили по прошлому году, насколько преобразилось водохранилище. Я думаю, не менее красиво, а может, мне кажется, будет еще даже лучше, когда все завершится. Территория водохранилища всегда была любимым местом отдыха горожан. После благоустройства она станет еще комфортнее. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».